Прошло уже 2 года с момента тех ужасных событий. Можно было бы уже и забыть обо всем, если бы не наш родившийся малыш. Дело в том, что он совершенно не похож на меня. Постоянно чавкает, ловит крыс, съедая их заживо. У меня плохие подозрения. Я думаю, что жена изменила мне с ним. Нужно разобраться с этим маньяком раз и навсегда, попутно взяв его биоматериал для ДНК-экспертизы. Похоже на какой-то указатель. Видимо, по этим крестам и шли все его жертвы. Фу, вот это я еще обосрался. Похоже, это его основное жилище. Слышь ты! Черт носатый, выходи побазарим. Копы, это, наверное, копы. Все, все, спалился, Так, надо валить, валить. Так. Нужно как-то попасть делать, наверх, посмотреть, что там. Сука. Ладно, без трусов пойду, ладно, без них можно. Сука, спалили, падлы. Кассета? Опа, под кассетой ключ. Ну, это уже слишком. Зато тут можно посмотреть запись той кассеты. Может быть, она что-то прояснит в поведении нашего малыша. Фух, надеюсь, тут я буду в безопасности. Но как же мне сообщить мужу о моем местонахождении? Боже, как страшно. Жир, жирочек, жирненько, жир. Thank you.
Тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать. Я больше не могу есть. Хватит. Я не хочу быть жирной. Не хочешь кушать? Может, попьешь? Здесь нельзя оставаться. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Пистолет? Но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Самое сердце. Надеюсь, тут я буду в безопасности. Но... Боже, как страшно. Жирочек, жирненькая жир. Я тебе вкусные сардельки принес, родная. Съешь их и можешь идти спать. Я больше не могу есть. Хватит. Я не хочу быть жирной. Здесь нельзя оставаться. Нужно валить и звать на помощь кого-то. Бедные девушки. Пистолет? Но я даже не представляю, как из него стрелять. Колбаска, я тебя еще не накормил. Ты меня обидела, сучка. Дальше по лесу. Милый. Вот это история. Родная, почему ты не рассказывала мне такие подробности? Фу, не по себе до сих пор.
Нужно найти этот бункер. Наверняка где-то рядом. Ох, знать бы еще куда идти. Возможно, указатели приведут в конце концов в нужное место. Что за кладбище посреди леса? Он всех тут хоронит? И почему полиция бездействует? Говорила, не спрячешься. Это же я уже близко. Пароль. Где мне его взять? И как туда попала жена на видеозаписи? Где же ты, пипсёныш? Она такая милашка, у тебя такая конфетка. Только твоей жене я сообщил пароль от этого бункера. Где-то должен быть пароль. Я вроде не тупее своей жены. Если она попала туда, то и я смогу. Только твоей жене я сообщил пароль от этого бункера. Попался, папаша! Какой ты смелый, весь свою жену.
А моя жена не такая уж и дура. Беру пистолет и тебе хана.